Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть за Binding of Isaac Afterbirth и будем, наверное, с Самсоном пытаться пройти на харде куда-нибудь в район Мега Нечистого и там как-нибудь ему навалять, но это если получится. Не будем отрицать, что может и не получиться, и это чаще бывает. Хотя, конечно, вы это не видите, все попытки, которые тут я предпринимаю, чтобы пройти. Чаще всего вы видите удачные. Возможно, это одна из них. А может и нет. Между тем, дай-ка что-нибудь. Монетка. О, целое сердечко отожрало. Ну нет, я такие шипы не уважаю. Нам бы бомбу дали, было бы хорошо. Бомба, ты где? Бомба, появись. Бомба придет? Не придет. А бомба выйдет? А скиньте бомбу. Ничего нету. Кстати, вообще, где наш чудо-артефакт? Возможно, как раз и есть какая-нибудь бомба. Может, там, например, какой-нибудь эпический фетус или просто фетус. Да сколько можно-то уже? Я застрял ногой. Какой кошмар. Вот она, одна бомба. И... Ну, тут, конечно, секретная комната. Это однозначно. Но там-то камень с крестиком. И, возможно, тут секретная комната. Вот ее тут нет. И тут всего-то серое сердечко. А секретная комната тут 100%. Ну, может, нам еще дадут бомбу? Ну, вдруг, мало ли, вдруг игра хорошая сегодня и даст бомбу. Впрочем, мы сейчас глянем, что она там вообще даст. Что за артефакт? Даст какую-нибудь гильотину. Спасибо, больно. Я, в принципе, пусть дамажит немножко. Чтобы наш помощник, тьфу ты. Чтобы наш Самсон разозлился, так сказать, стал яростным и, ну, типа, как берсерк. И ничего нету. Окей, и тут... Ну, вот это, как бы, blast damage и бомбы далее и взрывается сильнее. Воу-воу-воу-воу, полегче. Так, ну и ключик, и хорошо. В магазин идти бесполезность. Секретная комната, ну, вероятно, тут. Я так уже думаю, может и нет. Но вот она все-таки тут. И, да. Я вот прямо не знаю, зачем такие секретные, так называемые, комнаты делать. Ну, хорошо, она нам как бы помогла, дала красное сердечко. Типа да, типа круто. Так, а где же тогда... Вторая секретная комната. Ну, подождите, фикалька. Ох. Вторая секретная комната, вероятно, либо тут, либо тут. Либо еще где-то. Ну вот нет, все тут. Черное сердечко. Ну, возьмем что. Все равно потратится. Да, хорошо, если оно на боссе как-нибудь взорвет его так по-хитрому. А уж да. Этот сам себя взорвет. Он вообще каких-то дыр таких наделал. И все зависло. В общем, бестолковый босс. Ну и хорошо, что он такой. Сквизи, тирс ап, он быстрее стреляет. И еще два серых сердечка. Так мы даже черное не потратили. Это немножко плохо. Но с другой стороны, а почему нет? Еще потратится. Будет потрачено. Собственно, глянем, что дают. Ну-ка, ну-ка, серые сердечки. А вот целых два. Ну-ка, телепортация вот аж сюда. Ого. И что, что хотят? Слушайте, прям вот... То, что нужно взять. Вот это и хватит. Усиление дамага, конечно, круто, но... Пожалуй, ладно. Но это уже перебор немножко. Ничего-ничего. Самсон сможет. И это... Ну-ка, денежку. Ох, там надо было взорвать. Не тут, а там, потому что там камень с крестиком. Ну, ладно. Красное сердечко. Ха-ха. Подходим по одному. Самсон пока еще не зол. Опачки. Берем. Ну-ка, деньжище где? Где деньжище? Я не понял. Я не понял, где все деньги? Быстренько скинулись. Бомбы-то и нету, вот это плохо. Привет.
How are you? Мы слышали you are fine. Is it true? Как прекрасно. Серые сердечки выпадают прям на раз-два. Монет теперь, хоть объешься. Ключа только нет. Я не знаю, как это будет работать с ножом никак. Трансцендентные слезки. А вообще-то может работать. Да, он вылетает с той стороны экрана. Это прикольно. Ну и слезки, соответственно, тоже летят, если их стрелять. И у них дальности хватает, то с той стороны экрана вылетают. Так. Наши любимые 3 миллиарда пауков. Терпеть ненавижу. Ну, отлично. Так, где бы теперь взять пополнение здоровья и побольше? Ничего. Магазин, но нету ключей. Человек-бинт. Ты что, сетку позволяешь-то? Боже, как здорово. Мы тут были уже, да? Напомните, да, мы тут были. Ну, значит, берем просто повышение здоровья. Тырин-дырин-дын. И теперь вопрос. Где мы можем найти бомбу? Наверное, надо быстренько сбегать наверх, глянуть, что там есть. Что-то же должно быть такое бомбозаменяющее. Ключик, что угодно. Ну, вообще, вот, здрасте. Не сюда. Хотя, вообще-то, может, и сюда. Что-то я не вижу, чтобы это было похоже на бомбу. Идем сюда. Чё такое? Вот она бомба. Может, еще бомбу? Вот это уже лучше. Теперь, чтобы вспомнить, для чего она нужна. Вот тут начинается проблема. Кажется, там был такой сундук каменный. Вот что-то типа такого. Ну, давайте его взорвем, но при этом еще взорвем как можно больше камней. Почему? А вдруг там что-то есть? Ничего там нет, зато дали хотя бы еще одну бомбу. Теперь тут как-то надо так хитро взорвать. Я не знаю, заденет ли? Надеюсь, что заденет. Прелестно. Еще бомба, еще ключ. В общем, все как надо. Тут что было? Нет, это что-то не то. Мы себе спокойно идем дальше. Хе-хе-хе-хе. Секретная комната? Ну, тут тяжело сказать. Зато ключик есть. А это мы можем зайти в магазинчик. И взять, ну, например, карту. А почему не взять карту? Карту взять. И, ну, например, еще ключик. Ключик. Еще, наверное, взять бы... Всякого бы взять. Ну, карта, она только показывает общее количество комнат. Но не показывает, какая из них какая. На пробелы это не надо. Значит, берем серое сердечко. Берем бомбу. И, ну, наверное... Тут взорвем. Тут же серое сердечко. А тут... Не знаю, как так вышло. Почему... Почему так вышло? Ну ладно. Значит, это что? Algis Resistance, Sansus Vision, Blank Rune. Давай, сделай что-то. Ничего не сделала. Опять Algis, опять Blank Rune. Еще что-нибудь сделай. Беркано. Это Companionship. Companionship. Значит, либо Vision, либо Resistance. Ну, давайте Resistance нам, чё. И, наверное, да, возьмем еще и этого тоже. Ну и все, идем дальше. Как-то так. Долговато, как для второго уровня, но зато всякого набрали. И теперь вот можем ходить куда... О-оу. О-оу. Ты разозлил самого Самсона. Тебе какой-то странный чувак с бородой, ну... Самсон разозлился. Наверное. Ну так себе. Среднее. Батарейка. Отлично. То, что нам надо. Прям вообще ни разу. Опаньки. Ну как-то так. Ой, что-то Bundle Stars говорит. Что новая какая-то... Новый какой-то бандл вышел, наверное. В общем, мне интересно. Ну как новый? Когда вы будете смотреть это видео, он уже будет далеко не новый. Появись. Секретная комната. И в ней тупо две кнопки. И это тупо две бомбы.
Ну почему нет? Тоже хорошо. А чё не попал? Это, конечно, фейл. Эч. Блин, задели. Опять Самсона. Вы злите Самсона. Вы играете прям с огнем. Особенно ты, летающая голова, и ты... Непонятная штука. В бой пускай, тут три красных сундука. Ну, давайте глянем. Ничего хорошего. Ну, в смысле, как ничего хорошего? Какие-то пилюли. Что дают, почему они тут, я не знаю. Брать их как-то неохота, но... Собственно, выбора-то и нету. Надо что-то брать. Блин! Вдруг это будет повышение здоровья. Да хватит попадать, вы чё? Ну, правда, может быть и понижение здоровья. Абсолютно точно так же, как и повышение. Возможно, это хорошая пилюля. Это Tears Down. Спасибо, синяя пилюлька. Это Pretty Fly надо... Не Power Pill. Белая. Синяя, полностью синяя, это Pretty Fly. Отлично, надо еще две таких. Или одну. Или... Или одну и, например... Да что ж ты не попадешь по нему. Или одну и, например, Ball of Bandages. Или мясной куб, или... Сердечко нет, это сердечко я брать не буду. Нет. Нет, да. Да, оно вроде как классное, делает персонажа бессмертным. Но! Это только кажется. Все на самом деле не так. Ух ты, ничего нет. А тут? Ух ты, ничего нет. Желто-желтая пилюля. Relax. Don't do it, окей. Слабительные, так понимаю. Как еще назвать такую пилюлю? Здрасте, голова. Еще одна голова. И третья голова. Какой-то змей Гаврилыч прям. 11 монеток. Окей. Не надо было сюда заходить, правда? Но, в принципе, все равно надо было, потому что мимо этой комнаты не пройти. Срезать путь не получится. Так, там кто-то где-то прыгает. Хоп. Ну, такое. Скорее всего, босс внизу, а вверху магазин. Артефакт оказался никакой. Какой-никакой. Ой, вот это надо. И то надо, и все надо. И нету. Проще мы можем взять и взорвать. Давайте взорвем. Теперь их 17 мы можем взять. Но надо еще 5. Чтобы взять и вот это на две триньки, и вот это за семерочку. За семерочку возьмем точно. Это точно нужно. Правда, может, тут другое попадется, но все-таки. Карта-повторялка, она же повторяет и руны. Так это же здорово. Эть. А секретной комнаты случайно нет? Случайно нет. Да и специально нет. А где же она тогда? Она, наверное, аж вот там вверху, где комната-тупик. Вот здесь. И где наши монетки? Нету. Ну, значит, обойдемся без двух триник. Что поделать? Никто не идеален, вот и тут не очень получилось. Кто таков? Вот так его сразу бдыщ и бдыщ. Привет. Пока. Нет, еще не пока. Пока, да попадишь ты по нему. Ты разозлил самого Самсона. Так, туда мы не заходим больше. Хотя, ну давайте, может там Крампус. Да, это Крампус, он получит дюндель и хочет дать свою башку, но она нам не нужна. Хотя она прикольная, конечно. Но нет, у нас карта повторялки, это круче. И надо сердечко взять. И где мы его возьмем? Оно должно быть тут. И оно тут есть. Прелестно. Значит, нету бомб, 4 ключа. И мы идем в следующий уровень. У-ху. Который будет каким? 4-м. Мы немножко не успеваем на босс-раш, так что извините. Скорее всего, мы не будем туда идти. А будем пытаться, раз уж так все так весело получилось. Так, это что-то знакомое. Чуток меньше делает. О, прикольно. Не, ну давай пополнение здоровья. Нет.
Вот тебе просто красные сердечки. А иногда бывает, из него выпадает сердце, которое, ну, дает плюс одно сердечко контейнер. Но нет, так нет. Нет, так нет. Шли глянем, что дают. В общем, дают ничего, не дают хорошего. Только забирает целое сердечко. Жалко. Ничего, мы сейчас наберем еще красных, наверное. И не достало, ой-ой-ой. Да ладно. Что за злые черви? Хорошо, и тебя тоже. Достал, и... тебя тоже, отлично. Какая-то внезапная комната, и мы ее прошли мимо, надо глянуть. Классно, но надо полет, или так, бесстрашно ломануться и получить в дюндель. Что не весело. Какой-то ужас. Не злите Самсона. Впрочем, злите. А в бой-то теперь не пускают. Ну, вот такое. Я думаю, тут секретная комната. А вот там, с самого правого, это будет босс. Конечно, пауки. Кого еще нам там выкинули в секретной комнате? Ладно, пошли искать комнату с артефактом. Но где же она? Чик-чик, куда пошел? Сюда. О, халява, сэр. Ну как халява? Отстой какой-то. Так, а что? Может, туда не надо? Нет? Блин, туда как раз надо. И как тут попасть? А вот так. Нечестно тут. Тупик просто, да? Просто тупик. Бело-синяя пилюля. Сожрать! Balls of Steel, отлично. Бело-голубая, скажем, пилюля, которая горизонтально размещена. Вот такая. Блин. Да блин. Да что вы себе позволяете? Синяя пилюля — это мушка, запомнили. Какая-то фигня. Spider Love. Ну, хорошо. Где синяя пилюля? Где синяя пилюля? Нету. Ну, ладно, нету и нету. Пошли дальше. Сейчас будет опять больно. Да, короче, сразу, чтобы не мучиться, ясно, что попадут. Попали ведь. Какие плохие. Вот здесь, наверное, секретная комната. Хотя не факт, но очень похоже. О-хо-хо-хо. А где бомбы? Почему не дали бомб? Я же просил выделить бомб. Ах ты, гадкий червишка. Слушайте, как ты часто... Ну что сказать? Отстой. Ни тебе усиление дамага, ничего. Но зато дамаг усилился, потому что наш персонаж... Слушайте, у нас же был Алгиз. Надо было его нажать. Чё я туплю? У нас же карта-повторялка. Все козыри, так сказать, на руках. Да получи. Итак, это будет босс, который... Ну, такой босс. Бомба есть, хорошо. Но, блин, все характеристики повысились, но это совсем не то, чего хотелось. Блин, где комната с ангелом? Angel, please send me an angel. Not this stupid room. Ну, ладно. Идем дальше. Ну, вдруг еще выпадет? О, блин. Как неудачно получается все время. Двойной уровень — это плохо. Это значит, что если и будет комната с ангелом, то она будет одна. Как ты его задело? Глупое создание. Так, стоп. Мяукающая пакость. Ну-ка, дайте что-то. Золотой сундук, в котором карта, которая Джокер все-таки, да? Ну-ка,
Джокеру. И это не тот Джокер, который мы, нам нужен. Ну что ж такое? Фу. Не совсем понял, почему они остались живые. Потому что мы кого-то пропустили. О-оу. Плохо. Ладно, будем Джокера использовать прям каждый уровень. Ну что делать-то? Так, мы пошли искать артефакты. Спокойно. Хоть не взорвался, думал, взорвется или нет. Нет. А... Что это такое вообще? Creepy Bombs написано. Что оно делает, я не знаю. Ну, в общем, наша тринька получше пока. А так-то в идеале нужна тринька, которая увеличивает дамаг. Кривой Рог, по-моему, одна из лучших. Хотя, конечно, ну, разные есть. Бомба, вот это надает. Что надает? Creepy Bombs. И что? Не знаю. Загадка. Ну, пошли сюда. Видишь, ты прям кинулась. Здрасте. Здрасте. Да что ж ты не попадаешь-то? Это глупо. Ой, какая маленькая. А который из нее вылетает этот самый... Ну, блин. Размером-то больше ее самой был, этой штуки. Как все сложно. Ну, на тебе. О боже, целую монетку дали. Это щедро. Надо брать. Опять монетка, окей. Ну, явно тут не магазин и ничего такого. Не, вообще тут камень с крестиком, но... Собственно, мы там ничего не возьмем. Даже если его взорвем, это надо как-то туда подлететь. А подлететь туда я не знаю как. Вот тена. Привет. Блин! Это не та пилюля, которую мы ищем. О, блин, супер книга, и это, знаете ли, круто. Ее надо взять, было бы. Мы возьмем ее пока. Пока возьмем и используем по назначению. Для полета. Иди сюда. Вот так. Для полета там, где камень с крестиком. Вот для этого используем, чего ж нет-то. Ты-дин! Полет, 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 полет. И получаем звездолет. Нет, это всего лишь два серых сердечка. Ну и отлично. Может, так появится комната с ангелом? Но что-то у меня сомненен. Вот блин. Зачем туда заходишь? Зачем ты туда пошел? Не ходи. Да что-то не видно из этих всех артефактов, что там за комната. Это вот только поэтому. Да. Ага, конечно. Дулю вам. Хотели отведать своими шипами свежего самсонева мяска. Ничего не выйдет. Так, где же магазин-то? Что ж такое-то? И ты тоже. И... Ты тоже два штуки. Ну вот. Батарейка, кстати, хорошо. Эй, кто-то остался в живых. Остался в живых. Отчаянный псих, это он. До свидания. Хе-хе-хе. Еще монетка и бомба, хорошо. Эх, видеть бы еще секретные комнаты. Так. Где-то уже должно быть что-то похожее на магазин или комнату с артефактами. Белое сердечко. Обалдеть, как здорово и чаще бы выпадало. Карта с эффектом Lovers. Ну, это такое. 100% секретная комната. 100% жадность. Магазин-то, по сути, последний был. Был, что значит был? Он еще есть.
А как? Так-то. Как так-то? Да как так-то? Вот так. Еще этих черных надо. Вот такое. Итого, это оказался просто какой-то тупик, который можно было и не ходить, но... Ну как так? Не пойти в тупик, вы что? Это не серьезно. Если тупик есть, надо в него ходить. Ах, да, точно. Босса же два, поэтому комнаты две. Ну, значит, теперь вот в самый длинный верхний сегмент туда аж топать. Аж туда, ого. Ведь можно было тут тоже подлететь на суперкниги. Ведь можно было? Ну да. А чё нет? А потому что вот так. Для того её и брал, чтобы тупить. Ага. Ну и где тут что? Еще белое сердечко сразу дали. Отлично, отлично. Четыре красных уже. Как-никак. Могли бы еще одно белое дать. Или два. Ну, это же можно вот так хитро тушить. Ага, фигушки. Конечно, это все можно взорвать и даже что-то полутать. Ну, ладно. Ой, неужели часики? Неужели часики? Отлично. Серое сердечко, конечно. Карта-повторялка нужна будет по-любому. Вот по-любому нужна будет. Но мы еще не нашли артефакты, которые там нам что-то пытаются втюхать. Где-то вот, где-то... Где-то в это вот в этом ответвлении. Привет. Привет. И ты привет. Перфект. Здрасте. До свидания. А ты что тут остался? Пошел вон. Ты тоже. Да как что такое это зло-то такое? Эх ты. Не умеют разбегаться. Итак, это взрывной выстрел, но он не заменяет нож. Но зато он может взорвать или отравить. Вроде, нет, взорвать насчет этого я не уверен, но отравить может. Такое. Здрасте. Ну, значит, дамажит сильнее, я так понимаю. Это игра про дамаг, значит, дамажит сильнее. Лазер, Technology 5, не иначе. Ну и хорошо, у нас и лазер есть, и нож, и вообще все как надо. И он иногда даже самонаводящийся, вот это классно. Но редко. Пардон. Так, ну что ж. Наверное, возьмем карту-повторялку и будем по КД призывать Джокера, чтобы, ну, чтобы вот так... Карта-повторялка, где она была? Она была там, где библиотека. Не понял. Почему она примагнитилась как бы? Наверное, потому что Technology 5 лазер в это время использовал магнитные слезки. У него, наверное, такое бывает. Я думаю, бывает. Карта-повторялка. Да, сейчас будет мамаша, конечно, но... Но ладно. Так, все. Вроде бы все. Четыре красных сердечка. А еще не дадут белого. Могли бы дать, но не знаю. И мы нашли все комнаты. Нет, как все. Ну, как все. Одну секретную. Это почти все. Вот здесь же может быть секретная комната. Но у нас мало, мало, очень мало бомб, поэтому угадывать, наверное, не стоит. Она также может быть вот там внизу. Да и... Нет, тут не может. Итак, это монстра. Что-то он уже как-то издох. Дальность стрельбы и удача. Ну пошли, удача нам понадобится. Привет. Где ангел? Я что-то не понял. А где ангел?
А мы тут были, это не ангел. Капец. Но ничего. Еще есть раз, два, три, четыре, надеюсь, уровня, где вдруг попадется ангел. Но с другой стороны, мы можем так далеко и не зайти. Но надо два ангела. Так, теперь надо собирать ключи. Таран-даран-дан. Опа. О, кстати. Так, чтобы как-то его не задело, то убьет. А мы виноваты будем. О, секретная комната. О, игровой автомат. Отлично. Но нам надо, чтобы что-то выдало вот этот хитрый чувачок. Руна Петро. Ну, пускай Петро, я не против. Может, мы что-то поменяем этой Петро. Эй, ты там. Давай уже что-то. Боб? Подождите, у нас уже есть Боб. А нету Боба? А, это я начинал другим играть. Ну, спасибо за Боб. Обалдеть, как классно. Так, руна Петро. Что-то взорвать? Не, подождите, мы, может, что-то тут выбьем. А что с удачей? Удача на уровне 0. Ну давайте, до 10 и хватит. О, оно само решило, что хватит. Окей. Так, Петру берем и идем. Это же, ух ты, как сейчас его выкрутил это, этот лазер. Очень тут был бы, кстати, самонаводящийся лазер. Вот просто был бы лучше всего. Но нету, и ладно. С другой стороны, их вот так достает. Это неплохо само по себе. Прелестно. Кто такой, а? Монетка. Что тут? Вообще ничего. Как-то так странно. Ну, пожалуй, это нам надо. Нам надо больше ключей, потому что, ну вот, надо нам больше ключей. И все тут. Ах, да. Надо же еще глянуть. Только не Петром. Не Петром, а вот Джокером. Ангел. Да ладно, это не ангел вообще ни разу. Что за ерунда? Что за отстой? Это черное сердечко мешает жить, я понял. Надо от него избавляться как-то. Ну, ну прямо в середине где-то. Да блин. Так, а что в бой пускают-то? Пускают. И в бою тут. Ну, тут всякое. Ну, куда ни шло. Локи. Ну, почти попал. Все, что ли? Все. И ничего нового не дали. И можно было не ходить. Согласен. Это было зря. А вот здесь, наверное, секретная комната. Нет. Может, нам вот тут выше? Нет, тут точно нет. Она же вот сбоку. Чё ж ты тупишь-то при людях-то? Ну, бывает. Классно, и чё тут? Вот это вот вообще не классно. Ну, как-то разобрались же, правда? Ну, это было вообще ни разу не классно. Это гадкий пип. Почему гадкий? Ну, гадкий. Может, его тяжело с ним? Он такой вот... феномен. Ой, какая была, извините, радуга из пиявок. Ну и ладно, и ничего хорошего при этом. Как обычно. Так, вот как тут? Чтоб вот меньше потратить. Ладно, меньше потратим, если потратим ключ и еще ключ. И получили монетку. Зачем мы тратили ключи, не знаю. Это не очень хорошая идея, тратить ключи. Учитывая, что мы вроде как должны идти через... через что? Через... золотую комнату. Через... ну, которая... господи, как она называется-то? Сундук, да. Я думаю, 4 ключа у нас останется, а там, глядишь, еще что-нибудь найдем. Вдруг там выпадет ключик. Вообще было бы здорово. Что такое?
такой неубиваемый. Неуловимый Джо. Давайте, руна Ансус, вот она хоть покажет секретные комнаты. Ну, одну-то мы нашли, оказывается. Где же ты? Ужас какой! Черная серия. Опять? Ну ладно, мы возьмем. Все равно тут уже Джокер показал, что это нечистый. И ангел вряд ли тут будет. Надо руну Петро, которая где-то осталась черти где. Ну это если какую-нибудь пакость будут давать, а у нас как бы особенно на пробел, а это могут дать, потому что там как раз может быть какой-нибудь всадник. И обычно всадник на таком уровне дает... Спасибо. Дает лошадку. Если это всадник. Феромоны. Ну, спасибо, не надо. Это не всадник. Это... Вот такое. Желтый шприц. Вот его мы Петром и сделаем. Это получается винт. Тир шот спида. Быстрее стреляет и больше слезок. Такое... Но лучше, чем желтый шприц, который вообще мог бы сделать что-то невероятно плохое. Или хорошее, или тут уже как получится. Надо что-то более понятное, и вот более понятное было именно это. Что, может его взорвать? Ну, бомба вернулась, и хорошо. Тихо, тихо, тихо. Итого. Как-то не очень. Остается три возможных нахождения ангела, либо, ну, либо не знаю. Ну, давайте. Джокер. Да ты не ангел. Что такое? Где тут у них босс? Наверное, вот туда вот идти, аж сюда. Секретные комнаты? Да бог их знает. Может тут. А может и нет. А может и есть, и в ней сундук с шипами. Да ладно. Ух ты, маленькая. Вот такая маленькая. Маленькая-то она маленькая. Но гадит как большая. Ух ты, блин. Да достали вы. Это минус два сердечка. Ну и черная тоже, может, пропадет. И тогда ангел появится. Ну, давайте проверим. Все равно я понимаю, сюда идти, так что... Почему бы нет? Блин. Вот и всех прибило. Все, теперь нету черного сердечка. Вообще ни одного. И это должно как-то спровоцировать появление комнаты с ангелом. Ну, хорошо бы. Блин. Ё-моё. Что за люди? И там тупик, причем оказывается. В общем, туда нам не надо. Еще бомбы. Окей. Ну, босс, наверное, вот здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Справа, внизу. Да ёлки-палки. Ключик, хорошо. Это знакомые пилюли, по-моему, мы уже такую брали. Это релакс. Брррррц. Ну уж, надавали всякого.
Так, you are welcome. Спасибо, спасибо. Очень-очень-очень хорошо помогло. Просто супер. Все, спасибо, до свидания. Ну и где комната с ангелом? Конечно, нету. Окей. А ну нам сюда, по-любому. Так, и тут. Во тьме. Какой же тут ангел-то будет? Не может быть. Да вообще не ангел. Что? Зачем это нам? Ну ладно. Так, босс, вероятно, внизу. И туда и идти. Привет. Что мы с ним сделаем? Как зайти так, чтобы... Вот так. Ключик, хорошо. И повышение здоровья. Прекрасно, теперь как-то так вот, чтобы по диагональке. Эть, получилось. Фантастиш. Чё? Чё ты тут себе такой рычишь? Еще один? Только один был? Золотой сундук. Но как бы... Нет, пока нет. Минус один, минус два и, надеюсь... Блин, минус три. The Moon. О, отлично. Сейчас мы так идем сюда, берем сундучок. В нем неведомая карта, но мы валим отсюда. Попадаем в секретную комнату, в которой ну, ничего толкового нету. Целых три монетки, здорово. Забираем обратно нашу карту. Это карта Hermit, которая тоже как бы здрасте. Джокер, окей. Окей, Джокер, хорошо. Так, 5 сердечек, это маловато. Значит, босс либо... Ну, вот он, наверное, все-таки туда налево. Но мы сходим направо, глянем. Ну, вдруг все-таки тут. Блин, задел какой ты плохой. А сердечко не дал. Что за такие задевайки? Ну, куда ни шло. А сердечко дать кто даст? Никто. И оказывается не сюда, все-таки, как и предполагалось, туда. Вот сердечко лежит же. Половинка. Половинка сердца осталась с тобою. А где-то еще тут? Целое. Вот. Монетка, окей. Пилюля. А, что-то не помню уже. Это не та ли, которая муху дает? Или муху давала пилюля немножко другая? А ты ж пойди, пойми. Balls of Steel. О, вот это такая пилюля. Ну, тоже хорошо. Ишь, ты чё? Захотели тут получить? Получили? Захотели? Получили. Ну так и надо. Секретная комната тут. Так и да. Ну как сказать. Может ключиков получим. Думаю достанет. Язык Джудаса. Ну конечно. Уже взяли. Хотя в общем-то можно и взять. И сундук в сундуке, в котором маска. Ну, маска хорошо. Ну, давайте этого языка Джудаса возьмем. Все равно фекалий, скорее всего, больше не будет. А тут, глядишь, что-нибудь да заполучим. Вдруг. Раз уж там не будет. Скорее всего, не будет ангела. Да уже даже если будет. Да лампочки, что там будет. Ух ты, спасибо. Спасибо. Ну, а теперь замедлялка и сам виноват. Не достанешь...
свободен. А вот. То есть зачин классный. Вот сейчас бы взять и пройти, но... Посмотрим, что выпадет в сундуках. Если ключик, тогда да. Но нет, значит нет. Curse of the Blind. Супер. Джокер. Это Джокер. Действительно Джокер. Блин, то есть нечистый. Ладно, берем сердечки и что? Что это? Ты кто? The Parasite, Split Shot. Ну ладно. Ты кто такое? Death Touch. Это какой Death Touch? Да подождите, это коса что ли? Ты кто такое? Понятно, отстой. И ты кто такое? Friend Zone, Friendly Fly. Короче, отстой за отстоем отстоянный. Где босс теперь, думаем? Ну, наверное, вверху. Пошли к боссу. Чтобы хотя бы босса пройти, а то как-то... Ну, классно же. Вот что ты такое? Зуб монстро. Отлично. В смысле, отстой. Вот блин! Вот они этого хотели. Сидели бы, никого бы не трогали. Их бы не тронули. Ё-моё. А чё их всех не убило? Ну, как-то так. Ведь могло же. Скидка в магазине. Как вот... Как она ловко тут пригодится-то? Это скидка. Здрасте. Минус один, минус два, я сказал. До свидания. Неизвестно, что ты бомбек. Дает бомбы. Ага. Мешочек бомбодавальный. Так, тут все классно, кроме того, что это все не классно. Да блин, как с ними жить-то? С ними нельзя жить. Их надо убивать. Ну, либо здесь, либо наверх. Либо наверх. Да харе своей тут леталкой летать. И вот. Ну тут понятно, ничего хорошего нет. Реально ничего хорошего нет. Слушайте, а бомба-то не замедляется, которая бежит за тобой. Это нечестно. Я думал, может тут какой-нибудь артефакт попадется. Ох, тут нам гурди попадется. Ну и чё? Черное сердечко. И неизвестный артефакт, который... Обычная простуда, которая еще отравляет противников. Ну, пошли смотреть. Что себе делает-то? Ну, за дело, да. Ну, понятно. Ты, считай, прошли. Но теперь что делать-то? Надо искать ключик и обойти все комнаты. Иначе не считается. Ну как так? Старался, старался, искал, искал, а нету. Все, ангел виноват. Дуло. Не попался ни разу. Ну как так-то? Вот есть же дамаг, все классно. Нету ангела, нету ключика. Да не этот ключик, конечно. Секретная комната, поди тут найди, что тут за комната. О, баньки, здрасте. Да-да-да, бесконечная бомба, это то, что надо. Чуток меньше харя, но это тоже как бы до лампочки. В общем, я думаю, ключика нам здесь не видать. Зуб монстры. Не, вообще можно взять, потому что карт уже никаких нету. Нате вам. Ну такое. Да уже все равно. Rainbow Baby. Радужный помощник. Радужный помощник. Какое-то странное название.
Ну, не помощник вообще-то. Ребенок. Дитя радуги. Сколько у нас комнат? Паспорту еще есть 6. И в одной из них будет ключик. Возможно. Ну, я бы не был столь оптимистично настроен. Ух ты как. Bucket of lard. Ведерко жира. Ну, это еще больше здоровья. Ну, это классно, конечно. Но нам нужен артефакт с ключиком. Не видать. Кто самый придурковатый босс и не страшный. Да, уже все равно. Комната-то последняя. Ой, смотрите, карта какая-то. Judgment. Пошел вон. И Devil. Ну, Devil еще можно было бы использовать. Так, мы тем временем начинаем искать секретную комнату. Ну, потому что, ну, вдруг в ней. Ну, вдруг. Ну, вдруг. Тут, конечно, нету, но... Ну, вдруг. Ну, нету. Значит, ближе к началу и к комнате с боссом. Ну, тут, конечно, нету. Это что было такое? Rotten Head, да. У нас бесконечная бомба. Все эти Rotten Head'ы до лампочки. Прям ничего нет. Слушай, а может вот так можно? А ну-ка. А ножом там нет? Нет. Секретная комната, появись. Нет. Тоже не совсем работает. То есть совсем не работает. Но примыкать к комнате с боссом оно не должно. Значит, там бесполезно что-то искать. Здесь может быть секретная. Два ключика. Просил ключик, вот тебе два. Зашибись-то, теперь-то заживем. Ну, тут, наверное, вторая секретная, в которой... Ну, сейчас так хоп, и таблетка выпадет. The Pepper. Как Pepper, кто такой? Летающий глаз. Летающий глаз. Hourglass. Ну, конечно, это тоже то, что нужно. В общем, получается, нет. Печаль, беда. А жаль. Тем не менее, прошли. Да, хоть вот так, но прошли. Но ожидался-то проход на мега нечистого. Наверное, это все из-за черного сердечка. В общем, лучше его не брать. Вот так себе запоминаем. Тут правила целые сформировались. То есть, не брать черных сердечек. Брать белые и серые. Не трогать красные сундуки. И не заходить в комнату с нечистым. Иметь при себе всегда бомбы и кучу дамага и здоровья. Тогда, может быть, появится комната с ангелом, а потом еще и вторая. И, возможно, если вы победите ангелов, получите ключик, сможете пройти к мега-нечистому и навалять ему. Такое. Ну, хоть так. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!